Мы рады вас приветствовать на нашей уже 14-й по счету встрече в этом формате, в формате министров иностранных дел стран РИКС. Хотя это не юбилей, но количество проведенных до сих пор мероприятий говорит о том, что механизм РИКС остается востребованным и эффективно работающим. Это диалоговая площадка, которая стала важным фактором мировой политики. Сегодня едва ли можно рассчитывать на то, что какое-либо одно государство или даже группа стран располагают ресурсами, достаточными для эффективного преодоления ключевых глобальных проблем. И для того, чтобы сделать правильные выводы из этой ситуации, необходимо выстраивать консенсус ведущих центров силы, вовлекать максимально широкий круг стран и межгосударственных объединений, развивать гибкие сетевые структуры. Именно эти принципы заложены в работу нашей тройки, которая объединяет стремление содействовать становлению многополярной, более стабильной, справедливой, безопасной системы международных отношений, которая должна основываться на верховенстве права, равноправии членов мирового сообщества, уважении принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций. Укрепление доверия, взаимопонимания, дружбы и сотрудничества, а также стратегического партнерства России, Индии и Китая, оказывает мощное стабилизирующее влияние на регион, служит серьезным стимулирующим фактором для продвижения многосторонних процессов, которые ориентированы на формирование архитектуры всеобъемлющей, равной и неделимой безопасности. В рамках тройки сложился единый настрой на последовательное расширение многопланового взаимодействия, особенно в контексте реагирования на общие для всех вызовы и углубления внешнеполитической координации на ведущих международных площадках. Повестка дня наших заседаний традиционно весьма насыщена, причем это не только диалог добрых друзей, но еще и кропотливая, ориентированная на практический результат совместной работы. Сегодня мы хотели бы обсудить важные вопросы. О результатах дискуссии мы потом проинформируем средства массовой информации. А сейчас я хотел бы завершить свое вступительное слово и предоставить микрофоны также для краткой приветственной речи моим уважаемым коллегам, госпоже Сушми Сварадж и господину Ванны. Госпожа Сварадж, пожалуйста. Foreign Minister Lavrov, His Excellency Foreign Minister Wang Yi, ladies and gentlemen, I'm delighted to be in this beautiful capital of Russia for the 14th RIC Foreign Ministers meeting. I would like to convey my gratitude to Russia for the very warm welcome and hospitality extended to me and my delegation and the excellent arrangements for our meetings. This is my second RIC meeting as the External Affairs Minister of India, the last being in Beijing in February 2015. These meetings provide a good opportunity to our three influential countries to exchange views on how we could jointly contribute to international peace, security, and development. India believes that the foremost challenge to international security continues to be posed by international terrorism. The RIC countries must lead the way in getting the international community together to counter terrorism through joint action, including at the United Nations. We must not fail in this regard. If we continue to adopt double standards in dealing with terrorism, it will have serious consequences, not just for our own countries, but the international community as a whole. Let me also touch upon the issue of reform of UN Security Council, on which there has been some positive movement with the text being put for the first time on the table for intergovernmental negotiations. However, we need greater urgency on this issue. I seek the support of my Chinese and Russian colleagues for taking the IGN process forward. The slowdown of the global economy has created its own set of issues for all our economies and development agendas. As three large emerging economies, we share similar approaches and could benefit from coordinating our positions. BRICS
is an important framework in this regard, and we look forward to active participation of all members in the meetings of BRICS during our presidency this year. We hope to have a very successful BRICS summit in Goa in October. Let me end by emphasizing the importance of RIC for consultations on regional and global issues of common concern. I look forward to our consultations today. Thank you. Я предоставляю слово министру Ваны.三方的合作进一步走实、走深、走远，真正成为国际和平的稳定锚和地区发展的助推器。谢谢。